Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Фишерман. За моей спиной рассвет. Я в Египте. На самом деле, запланировал такую рыболовную разведку в Египте. И первый блин получился большим комом. Ну что, Никит, как тропическая рыбалка? Ничего не слышу, сильный ветер! Не буду рассказывать плохое, но не повезло. Не повезло с погодой, не повезло с лодкой, не повезло с гидом и так далее и тому подобное. Забронировал какого-то легендарного местного деда, который здесь с 97 года занимается поппингом. У него нашлось свободное место для меня в лодке. И сейчас пол пятого утра, за моей спиной рассвет. Я иду, выхожу с территории отеля к такси. Мне час дороги. И постараюсь снять для вас видео про рыбалку в Египте. И, наверное, стоит пару слов сказать о самой рыбалке. Это Красное море. А Красное море, как вы все знаете, связано с Индийским океаном. В общем-то, все те же тропические виды рыб, которые я люблю. С утра язык не разговаривает. Люблю ловить. Это гигантский каранкс. Это, может быть, повезет увидеть желтоперого тунца. Это различные групперы, снэперы и так далее, и так далее. Видовое разнообразие здесь, наверное, немножко меньше, чем на тех же Мальдивах или Сейшелах, но, тем не менее, 6 часов лета, Египет, относительно недорогая страна, с тропической рыбалкой. Попробуем. Ну что, таксист завез меня в какие-то трущобы. Вроде приехали правильно. Марина где-то вот за этим забором находится. Сейчас найду вход и покажу вам лодку. А чтобы мне жизнь малины не казалась, чтобы я не решил перелезть забор, здесь вот такая вот конструкция забора. Так, немножко не получилось заснять, как я проник вовнутрь этого забора с охранным стеклом. Вот, на самом деле тут такие были незрачные ворота. Созвонился с гидом, постучал ногой в ворота, вышел заспанный египтянин и меня пустил. И вот, в общем-то, вот так вот выглядит вход в марину. Да, в Египте постоянная стройка. И такое ощущение, что не то чтобы идет стройка, а у них просто такой стиль жизни. Им так нравится. Немножко не столько большой ветер, сколько течение против ветра, из-за этого волна появилась. Вот, а мы где-то просто посреди Красного моря, где-то на судовом ходу у больших танкеров, которые идут в Суэцкий канал. Короче, что-нибудь поймаю, покажу.
такой вот маленький карангс. Весь день пропопали, было несколько поклевок, несколько выходов. Успехом не увенчались. Такая вот рыбалка в Египте. Начали джигать. Ну, на джиге, естественно, рыбка пошла, но размер вот такой. Выкидываем. Маслица пошла. Двухтактный двигатель. Да, на такой волнишке заправляться одно удовольствие. Так, ну, в общем-то, все по той же схеме, как и у нас. Канистры, шланг. Больше всего я прифигел, когда вот у нас еще две канистры запасные, когда мы стартанули, чувак сидел рядом с ними, начал прикуривать, и вот здесь вот за ними мы начал прятаться от ветра. Это было прям опасно. Better with a belt. Да, дали мне пояс, но не легче, потому что спина забилась. И межпозвоночные грыжи в поясничном отделе дают о себе знать. А тварь вообще не хочет подниматься. Он хочет только уходить. Я буквально у него там метров 10 отвоевываю. Он останавливается и метров на 40 уходит. Пошел. Развернулся, пошел. Ресторане сашими гораздо дешевле. Гораздо. Очередь издеваться над капитаном. Посмотрим. Капитан предлагает взять спиннинг из его рук и повываживать рыбу, но я не дурак. Сам учиться. Я свои уже достал. Ну, что такое же по размеру, кило 20-25, наверное, может, чуть больше. Махмуд!